Всем привет! Продолжаем рассказы о приятных ароматах. Сегодня у меня будет рассказ об аромате Flora Botanica от Balenciaga. Данный аромат я начну описывать с флакона. И почему я это делаю? Посмотрите, какая прелесть! У меня, кстати, по-моему, 100 мл, очень большой флакон, но причина того в том, что я покупаю его уже, по-моему, третий раз, и он мне действительно очень сильно нравится. С одной стороны, красный цвет. Фиолетовые грани. Когда вы поворачиваете его, он начинает играть фиолетовым и красным. Внутри полосатая трубка. Я ни разу не встречала аромата, у которого бы вот такое красивое оформление внутри было. И эта трубка как будто бы продолжает колпачок. Или колпачок продолжает трубку. Ну, дно достаточно обычное. Если повествовать о самом аромате, о чем он? Безумная свежесть. Безумная свежесть с маленькой острой ноткой. Эта свежесть моментально улетучивается. Она не будет на вас долго. Дальше идет сладость и перчинка. И вот эту перчинку я долгое время не могла понять, что это такое. Оказалось, что это гвоздика. Я бы никогда не догадалась, что это гвоздика. Потому что ее аромат, он очень сильно модифицирован. Он очень сильно изменен. И в данном случае никто не подумает, что от вас пахнет специями. Эта специя настолько сильно претерпела изменения, что мне вот лично пришлось обратиться к источникам, первоисточникам для того, чтобы понять, чем же пахнет. Если говорить о стойкости этого аромата, сам по себе аромат держится достаточно долго. Если вы его нанесете на кожу, он будет держаться чуть меньше. Если нанесете на одежду, он будет у вас храниться примерно сутки. По крайней мере, такой опыт есть у меня. Я его ношу в весенне-летнее время. Но в этом году, так как я его приобрела еще зимой, я его носила даже зимой. Зимой немного странно этот аромат носить на себе. Но потом, когда проходит несколько часов, вы уже понимаете, что он вас очень приятно окутал и уже с вами сроднился. Вот тогда он для меня кажется гармоничным. Мне лично зимой просто хочется более теплых ароматов, более сладких, более гурманских, не тяжелых, но вот именно сладких, для того, чтобы, наверное, согреться. Вот этот аромат, он тоже сладкий, как я сказала, но у него очень сильно заметные, у него сильно размазаны границы между сладостью и свежестью. Поэтому, как я уже говорила ранее, он, скорее всего, будет приятен на весну. Весна, лето. Я еще хочу отметить один нюанс. Вот этот шлейф, который будет после вас тянуть достаточно длительное количество метров, шлейф за вами будет тянуться несколько метров. Но очень важно не переборщить все-таки с этим ароматом. Кажется, что он довольно легкий, но на самом деле не так. Он может немножко поддушивать, если вы его передозируете на себе. Поэтому смотрите за тем, насколько вы наносите, потому что первое ощущение, что вы его нанесли, он куда-то улетел, но на самом деле не поддавайтесь этому ощущению, он сильно пахнет, он вокруг вас будет создавать такое теплое облако, и все-таки, чтобы вашим близким было комфортно находиться рядом с вами, ну, не наносите его слишком много. В остальном могу сказать, что этот аромат действительно классная находка моя, скажем, даже воспоминание мое, которое я прям возобновила у себя в своем парфюмерном шкафу на эту весну. Я с удовольствием его буду носить, мне он очень нравится, и я вам его тоже рекомендую попробовать после длительной зимы. Такой яркий флакон, такое веселое оформление, такой потрясающий аромат. Это будет настоящий взрыв апреля. Его будет приятно наносить, и каждый ваш день будет пропитан энергией. Действительно. Я, наверное, сегодня буду ходить в нем. Да. На сегодня все. В следующий раз увидимся очень скоро. Расскажу вам о других прекрасных ароматах, которые я предпочитаю этой весной. Пока!